Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 апреля, и наша тема — «Безмерное величие могущества Его в нас, верующих». И место Писания, послание к Ефесянам 1:19, написано: «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Слово «величие» является греческим словом «мегатос». И я хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Что оно означает? Слово «мегатос» описывает что-то безграничное, огромное, беспредельное, неизмеримое. Здесь Павел описывает силу Бога, которая доступна нам, кто верует. Бог делает безграничную, неизмеримую силу, доступной вам и мне, когда мы веруем. Поэтому, если сегодня вы находитесь в ситуации, где вам нужна сила Бога, верьте, что эта сила доступна всем, кто будет веровать. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня. Большое вам спасибо, друзья, за то, что вы посмотрели это видео на YouTube. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь на «Благая весть онлайн». И для того, чтобы не пропустить ни одну видео, которую мы выпускаем, и особенно прямые эфиры, нажмите на колокольчик. Также вы можете поделиться с вашими друзьями и рассказать им о «Благой вести онлайн». Если Господь вам положил на сердце пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте и поддержите нас, чтобы мы могли проповедовать, проповедовать и проповедовать. Я вас благословляю и провозглашаю в вашу жизнь мир и благодать.